В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизированных. Потому что в России очень мало институтов, которые сегодня занимаются этим профессионально. Требуются высококвалифицированные кадры, нужно особенное оборудование, нужны передовые технологии. Но мы понимаем, что эта ниша очень востребованная. И в том числе перед нами ставили задачу развития и легкой промышленности, и сферы текстиля. По словам преподавателей, сегодня пошивом одежды и экипировки для военных в России занимается немало волонтеров. Но они в основном просто копируют существующие изделия. Именно поэтому в создании изделий принимал участие и научный консультант Евгений Жемков. Он участвовал в специальной военной операции и теперь помогает проектировать, конструировать и моделировать одежду для мобилизированных. Я попросил, мне пошли на встречу, так как я занимаюсь сбором гуманитарной помощи нашим бойцам, конкретно добровольческим отрядом «БАРС» и «Алга» и «Темир». Ну, мне пошли на встречу и согласились делать пошив, причем по одной простой причине. Гуманитарная помощь с каждой неделей становится все дороже и дороже. Цель работы – изготовить максимально удобные, безопасные изделия для военных. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Можно рассматривать эту область не только как отшивание опытных образцов, но и как отшивание какой-нибудь коллекции одежды, либо просто что-то потренироваться, что-то новое придумать, какой-нибудь дизайн. Это очень интересно. Отметим, что в КФУ планируется шить балаклавы, тактические рубашки, разгрузочные жилеты и некоторые другие вещи. Первая опытная партия отправится в зону СВО уже в ближайшее время. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.